Всем привет, дорогие друзья, с вами Пибоди, и наконец-то вышло обновление в Counter-Strike по поводу Intel Extreme Masters 2019 в Катовице. Осталось всего лишь 2 дня до начала. И что мы видим здесь? Здесь мы видим, как всегда, наклейки и вот такую штучку. Что это такое? Сейчас все покажу. Вот, кстати, выглядят все наши команды, которые будут участвовать в Intel Extreme Masters. Легенды. Это у нас тот, кто вылетел из легенд, но дали им мод, шанс. А это уже тот, кто прошел минора. И сейчас вот эти команды будут сражаться, вместе с этими командами будут сражаться за статус легенд. Но это мы уже потом узнаем, что будет да как. Вот. В общем, давайте посмотрим поподробнее. Вот у нас дается такая медалька при покупке Viewer Pass. Что такое Viewer Pass? Это у нас такой некий компендиум, как в Доте. Что нужно здесь делать и что это такое вообще в целом? Это у нас задание. На протяжении всего мажора мы должны выполнить вот эти задания. За выполнение заданий дается плюшка. А какая именно? За выполнение заданий и повышение очков до апа монеты мы получаем сувенир-набор. Сувенир-набор мы можем получить до 31 марта. И что в этом сувенир-наборе может быть? Ну, как всегда, всякие оружия там, любой коллекции. Там нюк, оверпас, кэш, естественно, мираж, даст 2, и вроде бы все. То есть, то, что у нас находится в соревновательном аппуле, кроме Cobblestone. Потому что Cobblestone, как мы, и вот этих вот всех карт, ниже перечисленных, мы не получим. А, Инферно забыл. Ну и вот. Давайте посмотрим, что нужно сделать в заданиях. Давайте посмотрим одно хотя бы. Сделайте 5 верных прогнозов на этап претендентов, то бишь, смотрим. Открываем монеточку, вот эту вот. Так, открыть прогнозы на турнир. Здесь мы, как видим, такую вот таблицу огромную. Мы не знаем, что здесь. Что нужно здесь делать? Давайте посмотрим. Здесь нам нужно сделать 7 правильных прогнозов, которые... Команды пройдут в следующий этап прогнозы по группам. То есть, мы должны поставить вот из этих всех команд вот сюда и сюда и сюда. Давайте посмотрим. Следующий этап. Прогнозы группы. Это уже те, кто прошли отсюда сюда. И здесь, кто вот у нас прошел, нужно будет поставить, кто пройдет в этап чемпионов. То есть, давайте покажу еще раз. Так, где у нас тут? Где у нас тут наклейки? Покажите, вот. Вот, смотрите. Из этих команд попадают сюда. И потом уже 8 команд отсеиваются вот в одну группу с этими людьми. Уже получается 16 команд. И потом все, кто здесь есть, будут сражаться за попадание в плей-офф. То есть групповую стадию. Давайте посмотрим еще раз. То есть, вот отсюда, вот сюда. То есть, будет очень трудно ставить, естественно, но мы, естественно, должны справиться с этим, верно? Давайте будем ставить наклейки на следующий этап. Как вы думаете, кто он здесь пройдет? Давайте смотреть объективно. Все слабые команды, тот, кто прошел с миноров, это естественно, потому что там есть команды, которые не попадали ни разу на мажор, и они не, у них нет опыта, и... Они не смогут сражаться против старых, скажем так, игроков и команд. То есть, старые команды я имею в виду Fnatic, Cloud9, NIP, вот эти вот. Ну, кажется, что Vitality это новое, на самом деле нет, неправда. Renegades, Vega Squadron, так, более-менее старые. Остальные все новые. То есть, старые закалки, они будут сражаться, скажем так, трудновато. Так что давайте подумаем, кто может пройти в следующий этап. Безоговорочно могут пройти Vitality, по-моему, на них поставлю 3-0. Они должны пройти без проблем каких-либо. Фнатики, как мы помним, там у них в составе решафл был. Ушли Флюша, Деннис, но это уже давно, он же в НИПах. И так. И Олаф Мейстер, конечно же, как же я мог его забыть. Cloud9 тоже считаю, что могут пройти.
Вот насчет NRG тоже, может быть, пройдут. Там игроки уже вроде как собрались. Хотя немного раз пытались попасть на мажоры. Но попали вот сейчас. NIP, конечно же. Энс могут пройти. Г2 пропустим. Я в них что-то не очень верю. Вега может пройти без проблем каких-либо. Так, кто у нас еще может пройти? Давайте смотреть. Самое сложное, естественно, последняя команда, чтобы точно. Ну, Г2, у них там Кенис, там Шокс. Не знаю даже. Спирит? Не, Спирит нет. Не думаю, что пацаны могут пройти. Тайлу тоже непонятно. У них там тренер поменялся. Хрен знает. Ну вот, я думаю, что Грейграунд 0-3 будут играть. Хотя нет, давайте китайцев. Я в китайцев не верю вообще. Так что как-то так. Ну, блин, последнее место. Кто же может его занять здесь в слоте следующего этапа? Как мы помним, у нас матч следующий будет. Давайте мы посмотрим, кто у нас что и как играет. Так. В первом этапе у нас играть Fnatic против Vici Gaming. Fnatic должны без проблем их одолеть. Параллельно будут играть Авангард и Ренегейтс, то есть их уже не надо ставить сюда или сюда, потому что это непонятно как вообще, что произойдет. Потом играет Cloud9 против Greyground. Где они? Вот они. Там тоже непонятно с клаудами, что происходит. Vitality против Тайлу. Тайлу, как мы помним, на Faceit Major тоже показали что-то с чем-то. Тогда, вот знаете как? Нет, Виталити, давайте я поставлю сюда. А вот сюда мы, наверное, попробуем поставить все-таки Cloud9. И получается, мы попробуем поставить, знаете кого? А давайте Авангар. За СНГ, ребят. Вот. Энс у нас играют против Спирит. Вот. Вскоре параллельно играет Г2 против Веги. То есть мы их ставить не будем. Мне кажется, Вега может одолеть. Потому что, как мы помним, на ПДЖЛе, на Е-лиге, на Фейсите наша Вега творит нечто. На Е-лиге так вообще они просто сокрушили Фейза, понимаете, да? Дальше у нас играет Фьюрия против NIP. Вот. Фьюрия, NIP. NIP должны без проблем справиться с ними. Потом играет NRG против Винстрайк. Винстрайк я что-то не очень верю, потому что как-то они как-то попали на E-League Boston Major в 2018 году в плей-офф там против Нави. Потом они проебали, и последующие мажоры они что-то играли очень плохо. Но я думаю, что ПКМ у меня будет точно такой, поэтому оставляем. Все. Дальше. Из всех этих команд все попадать вот сюда. Ну, точнее, в эту линеечку. И здесь уже у нас будут другие команды, уже легенды. И здесь уже надо будет постараться подумать, кто из легенд и кто отсюда попадет в этап чемпионов. Но это мы узнаем только тогда, когда закончится вот этот этап. А вот этот этап заканчивается 17 февраля. То есть 17 февраля я постараюсь сделать видос по поводу прогнозов на следующий этап. Так что вот такие пироги. Кстати, забыл упомянуть. Если вы покупаете Viewer Pass у себя на аккаунте, вы можете бесплатно проставить наклеечки на этап чемпионов и вообще последующий мажор. Бесплатно. Абсолютно. За правильное выполнение заданий вы получаете сувенир набор. Напоминаю. Также вы получаете бесплатное граффити. То есть вы можете выбрать любое граффити и можете их рисовать сколько влезет. Но эти граффити заканчиваются до 31 марта. Ну, окончание второго этапа. Так что как-то вот так, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был Peabody Avino Luz. До скорых встреч. Увидимся в следующем этапе уже до плей-офф. Пока-пока.